Тренер по спортивной акробатике Диана Горохова стала лучшим организатором физкультурно-спортивной работы в сельской местности и заняла первое место на краевом конкурсе «Смотрим». Награждение прошло 8 сентября на расширенной коллегии Министерства физической культуры и спорта Краснодарского края в станице Павловской. Места присуждались по данным анализа спортивной работы с населением района в период с 2018 по 2019 год. Результат этой работы – это большой плодотворный многолетний труд. Это не работа одного человека, это работа всего коллектива. Это, я бы даже сказала, работа всего Северского района. Это и помощь начальника управления по физической культуре, это поддержка главы администрации, главы нашего сельского поселения. Это не только моя работа, это поддержка родителей, сплоченная работа детей. То есть организовать весь этот процесс одному человеку не удастся. Когда я получаю любую награду, это подтверждение и результат хорошо проведенной работы. Я считаю, как специалист в сфере спорта, любой специалист, занимая свою должность, выполняя свою работу, должен делать ее хорошо, должен делать ее на отлично. И тогда у каждого человека будет точно такой же результат. Диана Горохова – тренер детской спортивной школы станицы Северской и студии спортивного танца «Диана». В настоящее время у нее тренируется 120 детей в станице Северской и 75 в станице Азовской на базе школы номер 1. Это результат, не предел. Не нужно останавливаться на достигнутом. Нужно двигаться вперед, ставить новые цели, ставить новые вершины и достигать их. Я думаю, что у нас это получится, и мы будем двигаться дальше. Еще одну заслуженную награду получила команда Северского района за первое место в общекомандном зачете на 26-х сельских спортивных играх Кубани 2019 года.